Всем добра и здравия, дорогие друзья, с вами Катархонт, у нас 14 серия «Османское приключение». В Европе начинались 4, продолжаем нашу кампанию. В целом мы готовимся к войне с мамлюками. Готовимся активно, фаза у нас прям подходит. Я также понимаю то, что нам нужны деньжатки, нам надо немножко на черкесское направление выдать, да, воинов. Черкесия нас поддерживает, это плохо в плане того, что у нас с вами на Черкесию нету армии. Выводить отсюда не хочется, так, хорошо. Черкесию нужны войска. Черкесию надо много войск. Понятно. Только что отказались от Рамадана. Потому что мы с ним сделать ровным счетом ничего не можем. Также у нас мало денег, с которым мы тоже сделать ничего не можем, потому что денег мало, логично, да? И нам нужны войска поближе и побыстрее уже сюда. Хорошо, вези. 16 сюда можешь. Теф сюда вот. Окей. Стоим пока рядышком, ждем этой будущей заварушечки. Восьмеру, да? Мало, пока нам мало дают. У нас 5 крепостей в разных местах разбросанных. Я вот не знаю, на самом деле, надо ли нам столько. С другой стороны, мы можем поддерживать, но строить. Зачем нам столько замков везде? Объясните мне, пожалуйста. Ладно, я пока оставлю на границе. Вот здесь вот 3 и здесь 1. Ладно, оставлю, но больше я смысла не вижу. Называют Ливан, прекрасно. Хе-хе-хе. Когда получили возможность, опять же, по тем же самым территориям пройтись и их захватить. По-моему, это классно. Так, Австрия, ты что там? Австрия, ты это, аккуратнее. Спад напряженности, агрессивка заставил другую сторону казаться с претензией. А, да, я же красавец в этом смысле. Так, ну теперь мы берем с вами я-я, Заргут. Так, и на Черкесию готовим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ага, восемь. Все, восемь. А будет армия такая небольшая, да? Думаю, нам хватит. Грипп, вводим карантин. Это у нас грузинский сеп проводит, опасно, кстати. Восьмерка, да? А Венеция дип-выпад нам делает. Венеция, ты ничего там не попутать? Мне кажется, она немножко ошиблась градусом ответственности. Вообще совсем чуть-чуть. Так, ой, это как неприятно-то. Так, ну ладно, мы все равно врываемся в эту войну. Так, мне только единственное нравится то, что дед у нас тут, да, правитель был. Мы на его место возьмем какого-нибудь генерала. 1, 2, 4, сойдет. Вполне себе. Объявляем войну, получаем себе занятие империализм, либо же... Не, империализм. И сколько там флоту врага? О! И здрасте, до свидания. Так, кто у нас тут на саут спец? Одинерочка, одинерочка. Идешь сюда, а ты, поделившись пополам, идешь захватывать вот эти вот две пробки. Думаю, идеальный план. Ты справишься, прям уверен в тебе. Че у нас там проблемы с чем? У нас купеческие гильдии что-то как-то, да, себе того. Что-то как-то того сидят. Окей. Так, ты тут можешь прорашить? Можешь. Быстрее пойдет дело. Так, хорошо, восьмера. Ну давай под командованием нашего генерала. Рискованно, конечно, сейчас будет действовать. Ой, мы тут с торговым флотом встречаемся, с черкесским. Ага, мамлюки нас выбили, вот где их флот. Вот где ваш флот, отлично, сейчас мы вам покажем. Генерал погиб еще, зараза такая. А, он не сможет, кстати, взять, там девятка нужна, у него 8. Ну, у нас последняя эпоха, феодальная де юре право. Отлично, разбили. Ой, мы разбили, мы прям красавцы с вами, хех. Так, следующая крепость, это у нас... Можем пробиться, но с трудом, поэтому лучше пока вот так вот. А здесь пополам. И здесь пополам. Знаешь, так немножко... А, вот он сдох, сдохший генерал, да? Здесь был и сдох. Ну-ка, нафигня. Во, прекрасно. Вот это я понимаю, вот это генерал. Вот это какие-то там фиговеньки. У нас, кстати, есть адмирал Бахадыр Джизар. Нифига себе. А что ты мне не сказал раньше? Я бы его уже давно испробовал. Прекрасно. Минус корабли вражеские. Опытный матрос, скорость передвижения плюс 10. Прекрасно. По-моему, это хороший бонус. По-моему. Минус. Иди-ка в минус. Но он же не думает на меня нападать. Нет, не думаешь. Нет, молодец. Не думаю этого делать.
Это плохое дело. Так, быстро-быстро-быстро. Так, берем бонусы на 18 лет. Экономика сразу так жик подросла до 20 монет вдруг неожиданно. Ой, а мы сейчас еще возьмем Мусау Дземироглу и его связь с коррумпированными властями. Фитнес торговля коррупция. Давай коррупцию тут бафнем. Ой, как же плохо-то. Черкесию надо из войны выводить. Но вся проблема в том, что он мои территории тоже умудрился подзабрать. Ой, а мы тут забрали. Отлично. Мы тут забрали, да? А, я не могу сюда двинуться. А, нет, могу. Чего я тогда переживал? Собственно говоря, если мы можем сюда двинуться, все же прекрасно. Каир был раскрыт. Фигня, фигней. Фигня, вопрос. Так, мне вот это... А, он идет на крепость. Тогда не страшно. Так, Черкесия. Ты ведь согласен отдать мне вот две вот эти вот территории? Вот так. Нет, не согласен. Ну, тут же суннизм. И тут... А, тут католичество. Но тут зато понтийская культура, и как бы намек-то понятен, да, на все это дело. С другой стороны, нам совсем чуть-чуть бы и добить его было бы вообще классно. То есть забрать бы вот так вот. Тут я не возьму. Ой, а тут я не пройду даже. Ясно. Не успеваю. Обидно. Пойдем поможем на осаду нашему вассалу. Да, здесь он не рвется к нам в атаку. Нет, не рвется. Давай-ка крепость откроем. Стену бафнем. Так, здесь бы стену бафнуть, да, но никак. Вообще, по логике, здесь должно быстрее все пойти, так как все-таки эта крепость без столицы. Ну, конечно, одну пушку было бы неплохо. Так, че, блокированы? Да ты зараза, ты серьезно? А ну-ка, Пашу. Блин, ну ты фигня. Ты зараза-то. Минус один корабль. Мамлюк. Я, конечно, все понимаю, но ушел бы ты куда подальше. Торговаться мешать мне здесь, а? Ты че вздумал-то? Торговля моя непреклонная. Я же не думаю трогать. Моя торговля всегда была на первом месте. Все. Константинополь мой торговый узел. Мой и только мой. Пойми это уже. И прими. Хочешь ты того, не хочешь, но тебе придется это принять. Вылетаем на территорию мамлюков, на их основные земли. К чертям шлем все проблемы, которые там были. Так, и мы почти забрали крепость. Прекрасно, 11. Так, хорош. Что у нас там с армией мамлюков? О, большая. Большая, да еще где-то рядышком. Что, тут проблема с этим, что ли? Нет, все нормально. Так, здесь штурмуем, опять 50 очков тратим. Но зато война идет быстрее, почему бы и нет. Нашу Грузию, конечно, всю почти под... Серьезно, Каир уже пал. Ух ты. Идем сюда. Ее не берут, надеюсь? Нет, берут. Тунис берет, плохо. Плохо дело, плохо то, что Тунис уже забирает. Раз Тунис забирает, значит, нам тут меньше достанется. Грузия, понятно, отобрала все свои территории, порядок восстановлен, новые территории захвачены. Ой-ой-ой, два претендента черкесские. Вы что творите? Твари-то? Во, красавцы, смогли, как, смотри, как помогли-то, да? Реально помогли Черкесии, можно сказать, из тяжелой ситуации выйти. Так, можем так, в целом нам Орда, да, здесь в коалицию хочет вступить, а так можем Черкесию забрать. Тоже Орда, да, готова в коалицию вступить. О, прекрасно. К чертям, к чертям все проблемы, к чертям все дела. Идем мы вперед, завоевывать все подряд, да? Что у нас тут? Усталость от войны, конечно, сказывается. Ой, как дорого это будет, Подожди. Вот так вот. Все прекрасно. Генуя, Золотая Орда. А что у нас, собственно говоря, тут-то творится? Мамлюки, говорю. Они реально все забрали, что ли? Ну вы что? Вы что творите-то? Друзья, а? Королевский еретик. Национальные беспорядки, Венеция. Скоро узнает об этом. Венеция, депыпот. Появится консорта. Да будет дружба. Теперь Хасики Султан 4-4-3 у нас. А, ее как бы нету, друзья мои, но ее как бы нету. Знаешь, нам ее дали, но ее как бы нету. Вот тут проблема.
Знаешь, дал, но забыл, что дал. Ясно. Давай сюда и сюда. Давай он пойдет на Черкесию сейчас, а не на меня, хорошо? Просто я знаю его, сейчас пойдет на меня, типа такой, давай меня захватывать. Я такой, нет. Ты что, не можешь захватить, что ли? Где мой флот? Ой, там флот-то Кипра еще творит что-то. А откуда у тебя армия-то? Где она? Где-то жива армия до сих пор. Где жива? Вообще непонятно. Нет, реально, я не пойму, где у него армия до сих пор существует. В какой-то прострации. Но мы же не затащим здесь. Мы же не затащим, даже если очень постараемся. Или затащим. Че, серьезно? Ее! Просто красавцы. С минус один затащили большую армию. Селим первый, конечно, красавец. Здесь ничего не скажешь. То есть, благодаря ему здесь захватили все без проблем. Неожиданно, знаешь ли, неожиданно, реально. Но, к сожалению, у нас здесь повстанцы теперь образовались. Черкесия унижена в очередной раз. Ага. Мне совсем не нравится то, что он тут пытается творить. Ты серьезно думаешь, что я тебе дам спокойно здесь повоевать? И куда ты идешь? А, он через территорию Хиджаза, походу, переходит. Ой, ой, какой ты серьезный. Какой-то опасный. Прям страшный. Ладно, рекрутов полно, жить можем. Сколько у нас займет? 25 месяцев. Блин, Черкесия. Может быть, отдать ее к чертям собачьим и все? Ну да, вот отдать ее не париться, вот реально. То, что слишком много она требует, 13 сверхрасширения дает. Амбиции Валиде Султан, доход от налогов провинции. Число одиночков, либо местные стоимость цена, изменение престижа за год, доход, но нет. Число очечков, давайте ко мне побольше. Так, ну что мы сами здесь можем? Возможные требования. Прекрасные возможные требования. Ровно то, что я и хотел. А, мы-то еще... Тут это... У нас сверхрасширение. Я, конечно, рад забрать все вот это добро, но сверхрасширение, боюсь, меня пошлет куда подальше. Хотя, с другой стороны, я вот забираю вот так вот, хотя могу забрать спокойно побережье вот так вот, до Синая, тем самым себе зафиксировав всю вот эту территорию. Давай даже с Караком, наверное, вот так вот хочу забрать. Тем самым я возьму то, что почти на все у нас есть претензия. При этом мы с вами 76, да, сверхрасширения получим. Не такое большое сверхрасширение. У нас уберется вот это вот добро. Сейчас подождем, пока национализируется. Хотя это будет все в 406 году. Долго. 25 месяцев. В 407 это я отдам. Тарсус, я не знаю, что с Тарсусом делать. Дорогой слишком, дорогой. Еще и восстанить хочет. Так, халап и... О, прекрасно. Как вы видите, нам тут дают возможность сейчас так неплохо повоевать. Почти с убитым мамлюком. Прекрасно. Прекрасное занятие, прекрасное дело. Прям без вопросов. По-моему, это прям классно. Очень сложная война сейчас будет. Мне уже надоело вот так вот мелкими армиями. Давай хотя бы по троечке везде и все. Так, ну давай дальше. В целом, я думаю, здесь проблем не будет. Сюда, сюда. Красавец же, красавец. Он 4К, кстати, я вижу. Я вижу эту огромную, страшную, вражескую, мамлюкскую армию. Бедные мамлюки, кстати. Мне на самом деле их немножко и жалко сейчас. То есть, ну реально, они же старались, но в итоге, видишь, перестарались как-то. Не смогли, не смогли. Не смогла я, не смогла, да? А, погоди, наследничек. Не сдохнет ведь от этого? Не сдохнет. Я в него верю. Надежда, да, знаешь? Надежда, когда на то, что не сдохнет. Угу.
захватили. Теолог умирает. Ой, то, что теолог сдох, это плохо. А, торговец сдох. Ну, торговец, это не так страшно. Так, депрепа. Где улучшение отношений? Давай. Халявщину берем. Халявщину. Воу-в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 оу
Так, давай здесь подсобим. Что такое себе подсобление, но все равно. Будет явно проще. Так, остальные боевого духа, прекрасно. По пустыням ходит, пофиг на все вообще ему. По-моему, вообще красавчик. Да, поможем им разобраться с повстанцами. Ну, пока у нас все равно дела такие. Не ахти какие. Ну и давай вырываемся, почему бы нет. Константиния, Адыгея, национализация, прекрасно. Так, армия огромнейшая уходит. Так, 8-2-4. Вот она, вот это полная. Все прекрасно. А тут, в принципе, захватывать-то уже нечего. То есть тут осталось побережье. Золотой век очередной. Ждем. Ну, к сожалению, можем забрать. Вот реально можем, но не можем. Одновременно. Вот знаешь, вот проблемное дело. Чем Черкесию? Что сделать Черкесию? Я даже не знаю. Отдадим. Только я удалю отсюда, наверное, модификатор дорожной сети. Хотя, почему бы оставим? Отдадим черкесам хорошие земли. Пускай радуются. Прекрасно. Прекрасно. У нас сколько? У нас по стабильности с вами 26. Убираем 13. У нас тем самым получается, ну, в районе, ладно, 13 того же самого. То есть мы можем взять с собой 87. Мы берем 76. Так. Неплохо. 76. А чего-нибудь дешевенького нету? Вот этой территории. 76. Во! Мамлюков тем самым отрезаем от дальнейших захватов. Прекрасно. Берем еще деньжат, отказ от претензий на наши провки. Ну и под конец, конечно же, выплату репарации. Ну, чтобы было красиво. И... та-дам! Потеряли 40к. Нифига себе. Рекрутов сколько сожгли-то ради этой войны, да? Зато смотри, наша территория уже до Синая дошла. Мы такие грозные ребятки. У нас на 5% сверхрасширение. Ну, мы сейчас такие... мяу. Черкесия такая... а? Типа такая, чего? А мы такие, ну, Черкесия, ты это. А почему у нас... почему сверхрасширение это не упало? Алло, сверхрасширение должно было упасть. Ты что меня путаешь? Ты что меня тут путаешь? Алло, не путай. Не путь меня. А тут вообще дешево, дешево. Потому что, смотри, здесь типа Милета, здесь еще территория. Административная эффективность вообще за копеечки просто. Реально, за копеечку берем. Так, наши войска сюда, эта армия уходит сюда, эта армия в Зель уходит. Прекрасно. Ну, мы же войну-то выиграли. Миссионеры, завоевание Иерусалима. Вах! Просто вах! А почему я сюда-то тебя отправил? Вопрос хороший. Ну ладно, видимо, сюда и надо. Так, стабильность. 91,8. Все хорошо. 3%, 2%. Тратиться-то не хочу. Так, 22, 22... 22, 22, 25, фигня. 22, 22. Во, хватило. Вообще по копейкам, смотри, 15, 15. Вообще какие-то реальные копейки получаем. И денег у нас уже 1000. Такой типа, а денег-то уже немерено, да? 0,36, 0,23, 0,23. Почему бы нет? А по сколько монет нам требуется? По 209, не слишком много. Слишком много. Торговлю в Сугле, в Анкаре. И давай, тоже дешево, дешево слишком. Ну давай здесь рекрут еще бафнем. Все. Все идет. Все идет. Красавцы просто расширились просто на огромнейшую территорию, по-моему. У нас сейчас повстанцы, я так понимаю, готовы. Черкесские, да, 16к. 16к, ну наши войска сейчас туда придут. Восьмеро вот это выходит отсюда. Она здесь уже не имеет смысла существования. Нечего здесь делать. Удине. Кирит. Почему-то как-то с верой у нас все плохо. Так, Сино, пускай автономия. Нам бы взять на этого, да, нам бы взять его. Где? Нельзя, да, нельзя. Жалко. Хочу взять, который дает быстрее нам все работает. Нету, потребую деньжат. 171 монетку, такой себе. Так себе по количеству. Грузинские сепаратисты, 6 провок. Гори и Адыгея. О, прекрасно. Ну, с этим мы разберемся моментально. Казна... ой, скорость смены рекрутов. 10.
Хорошо, держите деньжатки. Ну, заем, что поделать. Учредить шейха и осудить секты. И выйти в народ еще, да, можем. Национальные беспорядки на всю смерть депрепа. Ставка за 200 дипки. В целом, давай. То есть, реально хорошая вещь. Да, если ставку сделаю вот так вот. И еще сделаю выйти в народ. Прекрасно. Тем самым у нас стабильность плюс 2. Хорошие бонусы. С религией, конечно, проблемы. Венец, один брак требует, держи. Успеет хоть встановиться? Да, успел. Прекрасно. Карта религии у нас 45, да, все. Эх, обидно. Обидненько, обидненько. Хотелось бы побольше. Ну ладно, у нас 5-4-1, правитель, 17 лет, как бы. Не так все хорошо и радужно, как хотелось бы. Заключаем один брак. Нам консорта не хотят дать, нет? Нет, а где консорта? Наше дело правое. Влияние агрессивного решения. Да черт бы вас побрал за ногу. Вы когда вздумали давать это дело? Вы чего? Нельзя было раньше дать, а? Во, зараза просто. 50 очков потратил. 50 очков, мать его. Халеб вообще уже не имеет этого смысла от крепости здесь. Еще улетает крепость, ну просто. Бей, теряет влияние. Прекрасно. А что у нас как плохо-то с деньгами-то? Минус 2. У нас что? Искоренение коррупции пошло. Сжигание миссионеров. Благочестие. Козна. Что-то вообще как-то жестоко. Давай-ка сжигание армии пока уменьшим. Что у нас? Советники очень много, да, требуют? Ну да. А что с доходами-то как-то все плохо? Содержание крепостей. Коррупция, да, просто требует много. Ну хорошо, с коррупцией сейчас разберемся. У нас еще... А, точно, у нас же еще выплат этих... Процента по займам доечку дают. Ну тогда ясно. Законное владение. А, у нас... У них есть права на эту землю. Анаболю? Ты что, серьезно? То есть ты хочешь сказать, что я ему передам эту землю? Они будут радоваться? Да фиг, они пошли нафиг. Венеция, вы че? Вообще, что ли, борзели уже? Просто, знаешь, такие требуют, взяли и требуют мои земли. Офигеть вообще. Офигеть не встать. Вы че? Че себе возомнили-то? Королями, что ли, местными? Это земли мои, значит мои, все. Здесь вот вообще без вопросов. Просто даже не пытайтесь, чтобы либо сделать. Черкесия такая радужная, типа, нам отдали территорию. Ми-ми-ми-ми-ми-ми просто. А я тебя присоединить не могу, да? Да. Надо было забирать вот эту Аланию, и было бы намного лучше. С Аланией мы бы смогли, наконец-то, Газику Мух присоединить. А то у нас в вассалах, мне кажется, проживет всю свою оставшуюся жизнь. А что еще делать? Так, вот эта вот крепость бессмысленная. Крепость тоже бессмысленная. Но они на границе с Египтом. Ну что они нам сделают? Объясните мне, пожалуйста. Даже если постарается, ничего не сделает. Рекрутов куча. Ой, прекрасно. 545 рекрутов. Денежек стало больше. Аж 12 почти. Скоро выплатим заем. Сейчас стабильность подлетит. Вообще будет идеально. Что у нас там, кстати, плохо? А сверхрасширение, да, только дают. Ой! Красота просто. Красота. Престижи, кстати, растет. Больше 50 держится. Прекрасно. Что у нас по дипломатии-то, кстати? А, мамлюки унижены. Болгария не можем унизить. Венгрия тоже не можем. Адба, но не можем. Депрепа плюс 6 просто. Мы можем всех это посылать налево и направо, мне кажется, такой депрепой. То, что реально большая. Сирийская культура. Кстати, что у нас по культурам-то? Армянскую можем принять, и все, да, турецкая, булгарская, азербайджанская, сибирская. Хука у нас культур принята просто благодаря какой-то чувашской, даже, ух ты, нифига себе. Моя же культура здесь засветилась. Это нам вообще надо вот сюда вот идти. Диана, вот чувашская культура, да. Нифига себе, вы что, серьезно? И сюда вот Чебоксары здесь еще должны быть. Хитить вас за ногу. Вы что, серьезно? 10 престижа там за все. Нас отправляют за 3-9 земель. Главное, ради чего? Я тоже не понимаю, ради чего. Так, я типа делаю... Стабильность готова, да? Все, я задание убираю. И по дешевочке сейчас такое, видите? 3. Опа! За 35 очков всего-навсего. С-Суэц. Но нам надо территорию забрать в будущем, чтобы потом проблем не было здесь. Так, выплачиваем сейчас заем с вами. За 21 прирост. Ох, да.
Прирост 21 это просто прекрасен. Сколько нам там надо выплатить? 770. Не проблема. Не проблема. Колониальная дистанция, барки, ультрамонтаны, послать кондотеров, италийской группы за бесплатно. Они даже не согласны. Ну что нам тогда врут и показывают, что они хотят? Если они не хотят, не хотят точнее, но не могут. Смысл нам это показывать тогда? Если они не могут. Что это за страна Гафса? Тунис аж захватил. Что за Гафса-то? Нифига себе. А ты вассалом не хочешь стать? В принципе, не против. Если бы мы были рядышком, мне кажется, он бы стал вассалом. Выплачиваем заем, Кирит, в истинную веру, наконец-то. Крит. Готов? Готов. Прекрасно. Так, ну все, экономику можем мы с вами поднимать на максимум 14+. Рейтинг видео, да? 76 дивизий можем содержать. Полков. Австрия просит войне с Тиролем и Бургундией. Ну смотри, тут война. Тироль, Бургундия, Австрия, Венеция, Османия и Газикумух. Османия, да. Ну мы оставим им на откуп эту войну. Нам она особо не сдалась. А что? А, цель захват Тироля. Ну все ясно. В целом, по результатам, мы захватили немаленькую такую территорию. Я даже сказал, огромнейшую территорию, проехавшись по землям мамлюков. Да, Африки почти. Скоро выйдем в Африку. Ну, а как иначе-то? Надо же быть и в Африке, и везде, где только можно. То есть, все вообще у нас будет. Золотой век пока рано. Продлится все 50 лет и какие-то влияния на полтинник. Но это, ну, такое себе. Мало. 50 лет надо больше. Вот когда будет реально хорошая война с Ильханатом там, когда мы пойдем в ногайские культуры и все остальное, то, что является нашей собственной. Вот тогда посмотрим. Нам явно надо пилить Золотую Орду. То есть, сколько у нас уже развития? Развитие у нас уже 1058. Мы Золотую Орду обогнали, скоро Ильханат обгоним. Думаю, надо расти в этом деле. Потом плевать на Ильханат и идти просто Золотую Орду унижать прямо налево и направо. То есть, берешь, объявляешь войну и радуешься жизни. Благо, Черкесия не проблема. А вот, конечно, то, что армия у Золотой Орды почти 100к. Вот это вот проблема. Но думаю, мы с вами через несколько годиков сможем осилить это дело и нанять войск больше, чем у врага. В частности, я планирую даже, наверное, сначала сходить на болгаро-венгерский блок вместе с австрийцами, разрушить их. Думаю, это будет не такой большой проблемой. Разрушим их, и потом уже будет проще. То есть я хочу вот как минимум все вот эти вот профки отобрать, вот эти вот три. Чтобы у нас тут территория была более-менее культурная. Ну, смотри, у нас просто болгарская культура принята. У нас принята с вами культура греческая. То есть нам по логике вот эти вот профки забирать без проблем. Жить надо, потому что Болгарию надо отодвинуть от своих земель, а то как-то столица под банальные угрозы, да и переходить все время по реке как-то не очень. Ну и, конечно же, траву не у Венгрии забрать, чтобы у нас тут тоже проход был в Захумье и в Рагузу. Ну что, всем большое спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать лайками, комментариями, советами, подписаться на группу ВКонтакте и на канал, если вы еще этого не делали. И всем до скорых встреч.